и с первого на первого комментарий помочь. Да что, ну так тяжеловато входить, конечно, но ничего, будем работать, стараться. Жалко, что проиграли, конечно. Чего сделать правильные выводы и идти дальше. Чего не хватило сегодня в нашей команде? Да, остроты, наверное, таких бросков, помехи вратарю, в принципе, вот этого не хватило. А ваш первый матч сегодня после перехода в Салават Юлаев, как игрался? Ну, непривычно, естественно, но ребята поддерживали, поэтому намного проще играть, когда команда поддерживает. Это ваш второй приход в Салават Юлаев. Что изменилось в команде? Да, практически все изменилось. Тренерский штаб изменился, хоккеисты другие, поэтому только название осталось. Приняли в команде хорошо? Да, отлично. Половину ребят знаю, поэтому в этом плане проще было намного. Удалось забить сразу же в первом матче после возвращения. Ну, как-то придаст уверенности это? Ну, я думаю, безусловно, придаст уверенность. Но там Хартиканин здорово отдал, поэтому мне осталось только попасть мимо вратаря. А как прокомментируете, вот первые два периода много не получалось в атаке. В заключительном игровом отрезке как-то уже поддавливать мы начали. Ну, говорю, больше, наверное, надо от нападающих чуть-чуть, наверное, спрашивать, поэтому, больше бросать, наверное, поворотно. Остроты не хватало. Потом вроде проснулись, так сказать, но Локомотив здорово отыграл в обороне, не дал, можно считать, практически ничего сделал.